комбинат цикорного салата Пало Росо подходит для выращивания в теплицах и на открытых участках огорода. Срок созревания урожая занимает около 2 месяцев. После этого периода можно срезать плотные качанчики, вес которых достигает 220 грамм. Этот сорт ценится за высокое содержание полезных веществ и отличные вкусовые данные. Салат цикорный Пало Росо – это травянистый высотой 15 см, диаметром 30 см. Салат цикорный Пало Росо имеет среднеспелый срок созревания. Урожайность салата цикорного Пало Росо составляет 2,2 кг. Плоды имеют массу 220 грамм. Форма у плода округлая. Цвет плода темно-красный с белыми прожилками. Вкус слегка горький. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.